Здравствуйте, это программа «Культурный экспресс», ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анета Дышекова, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми яркими личностями творческой сферы, а также с наиболее яркими и интересными культурными событиями, которые не прошли незамеченными. Ну что ж, начнем? Наверняка каждому из вас хорошо знакома песня под названием «Прекрасная далёка». Ее перевели на множество разных языков и сегодня исполняется не только в англоязычных странах, но даже в Японии. На этой неделе из жизни ушел автор этой песни, известный композитор Евгений Крылатов. Он написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых «Приключения электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино» и так далее. Эпический кинокомикс студии Marvel по кассовым сборам обошел легендарный «Титаник» Джеймса Кэмерона. «Мстители. Финал» собрали более 2 миллиардов долларов всего за 14 дней. Теперь у них все шансы превзойти и кассу «Аватара». У них было около 3 миллиардов. Напомним, ранее сообщалось о том, что билеты на фильм «Мстители. Финал» побили рекорд и по предпродажам на сеансы. Миллионы фанатов другой киноэпопеи «Игры престолов» с замиранием сердца ждут завершения сериала. Каждую серию 8-го сезона обсуждают и буквально разбирают на кусочки. В 4-й серии финального сезона от глаз фанатов не ускользнул киноляп, который впоследствии обсуждали всю неделю в социальных сетях. Конечно же, речь идет о стаканчике кофе в кадре. К слову, создатели «Игры престолов» уже извинились перед зрителями за это недоразумение и отметили, что съемочная группа неплохо справляется, если это стаканчик стал самой грубой ошибкой, замеченной зрителями. Возвращаясь к новостям Карачаева-Черкесии, одним из самых ярких культурных событий уходящей недели стало, конечно же, открытие в Карачаевске многофункционального центра культурного развития. Центру присвоили имя талантливого поэта Кайсына Кулиева. О том, как прошло открытие такого значимого объекта, в нашем сюжете. Карачаевский многофункциональный культурный центр – первое и пока единственное учреждение культуры подобного рода во всей республике. Это яркое здание, одновременное учреждение культуры, где будут проходить выставки, спектакли и концерты, и образовательное учреждение, в котором будут открыты разнообразные кружки, студии и мастерские. Почетное право открыть культурный центр предоставлено главе республики Рашиду Тимрезову, который вручил символический ключ от здания его первым воспитанникам. Дети – это будущее нашей Родины, нашей России! Вопрос строительства данного центра был поднят еще в 2015 году. Благодаря усилиям главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова реализация проекта стала возможной. В рамках муниципальной целевой программы строительства Центра культурного развития в Карачаевском городском округе в 2015-2020 годах. В торжествах по случаю открытия Центра культурного развития приняла участие делегация из Кабардино-Балкарии. Со словами поздравления в адрес жителей Карачаевска и всей республики от имени временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обратился зампред правительства КБР Мурат Карданов. Я не сомневаюсь, что все годы здесь будут воспитываться самые талантливые дети, отсюда будут выходить самые талантливые педагоги в области культуры. А самое главное – здесь будет формироваться личность и люди, которые научатся и будут любить своих близких, своих соседей, как это всегда назидательно нам из поколения в поколение передавали наши старшие. В холле центра гостей встречала выставка, посвященная жизни и творчеству советского балкарского поэта и прозаика Кайсына Кулиева, чье имя гордо носит новый культурный центр. В светлом и современном здании есть все для полноценного отдыха и занятия творчеством. На первом этаже просторный зрительный зал на 255 мест со сценой-трансформером, который также будет выполнять функцию кинозала. На втором этаже расположились различные творческие студии. Также на базе этого здания расположился Центр молодежных инновационных технологий, который представлен кружками программирования, 3D-моделирования и печати, робототехники, дизайна и другими современными техническими направлениями. Одним словом, каждый здесь сможет найти себе дело по душе. Здесь находятся очень много кружков, в которых дети будут перенимать навыки, умения старшего поколения. И очень символично, что открыли именно в этот день, потому что карачаевский народ
несмотря на то, что 14 лет находился вдали от своей родины, сохранил все свои традиции, умения, историю, культуру, язык. И поэтому нужно не прерывать эту цепочку и стараться передавать свои умения, навыки следующим поколениям. Центр распахнул свои двери для жителей и гостей города Карачаевска, предоставив им весь спектр возможностей для творческой самореализации, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Не только для детей и для молодежи здесь будет предоставлен доступ, но и для детей, людей более старшего поколения. Так что программа на целый год у нас уже расписана. Добро пожаловать в наш Центр культурного развития. Стоит отметить, что появление такого центра – существенный вклад в культурное развитие как самого района, так и республики в целом. Кстати, в скором будущем такой же центр появится и в Черкесске. Об этом уже достигнута договоренность между главой региона Рашидом Тибрезовым с министром культуры России Владимиром Мединским. Ренат Ибрагимов, Далиль Мирза, Архыз, 24. Весной этого года скончалась известный хореограф Карачаева-Черкесии, художественный руководитель детского ансамбля «Фантазия» Евгения Пунченко. Трудно переоценить ее вклад в культуру региона. Новым руководителем коллектива стал ученик Евгении Павловны Михаил Шешин. Сегодня он у нас в гостях, и с ним мы поговорим о дальнейших творческих планах и возможных изменениях в репертуаре ансамбля. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Очень рада, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Михаил, хочу начать вот с чего. Весной этого года несвоевременно ушла из жизни художественный руководитель ансамбля «Фантазия» Евгения Павловна Пунченко. После ее ухода вас назначили художественным руководителем этого коллектива. Да? Расскажите, пожалуйста, кто назначает, кто это решает и стало ли для вас это неожиданностью? Конечно, стало. Такое как бы невозможно спланировать. В общем-то, я не рассчитывал на то, что я стану художественным руководителем. Но было собрание, и мы коллегиально решили, что меня назначить художественным руководителем. То есть родители, кто-то там проголосовал, сказали, в общем-то, за. Вот, и мне пришлось взяться за эту работу. Собрание с родителями, учениками, да? Учениками, вот так происходит. Да. То есть это, в общем-то, собиралось общее мнение родителей и учеников, вот, и по общему выводу уже назначили художественного руководителя. Но для вас это стало неожиданностью? Вы знали, что так и будет? Как вы отреагировали на это? Ну, если честно, я не хотел на себя брать такую ответственность, потому что ансамблю «Фантазия» уже 25 лет, и сложно работать с таким профессиональным коллективом. Вот, поэтому я сомневался, но ситуация, которая сложилась, заставила меня согласиться. Но вы до этого тоже работали хореографом? Конечно, хореографом, да. Я работал хореографом, да, в этой студии, обычным педагогом. А сколько лет? 4 года. Как раз это 4-й год, когда существует студия, и с самого начала я в ней работаю. Михаил, расскажите, пожалуйста, Евгения Павловна, насколько я знаю, была вашим учителем, наставником. Расскажите, вот какие воспоминания связаны с ней? В общем, да, не столько учителем, это был действительно наставник по жизни. То есть она многому научила. Вот, она очень сильно поспособствовала тому, что я выберу именно эту профессию. То есть даже в бессознательном возрасте она увидела, что я где-то способен на это, поэтому она меня всеми силами помогала и продвигала. Вот, то есть это еще начиналось даже с самого детства. То есть это первые постановки. В каком возрасте вы пришли к ней? К ней я уже попал где-то в 7-летнем возрасте. Вот, и первое, это как раз начинались постановки балета «Щелкунчик» у нас в Черкесске. То есть до этого у нас как бы балеты не ставили, не проходили. То есть это был такой первый опыт. Это... То есть вы танцевали балет, да? Да, то есть танцевал в балете, вот, который частично она поставила, вот, частично помогали, ну, в основном ее редакция. Вот, балета была. И это была, в общем-то, такая небольшая сказка, в которую окунулись дети. То есть и это выход на сцену, и при этом ты попадаешь на какой-то момент в сказку, и потом неохота оттуда выходить, то есть это детей достаточно сильно завораживает, вот, и поэтому тогда я уже практически
не то, что сформировал свое решение, но я был, так сказать, не против дальше продолжить обучение именно по этой стезе. И вы решили продолжить обучение. Где дальше учились? Ну, в общем-то, дальше как раз-таки Евгения Павловна очень сильно помогла. Она меня отвезла в Москву на собеседование в академию. В общем-то, и там как раз-таки проходил набор. Это Московская государственная академия хореографии. Вот. Туда достаточно сложно попасть. Вот. И она меня решила попробовать отправить туда, чтобы я постарался пройти 3 тура. В общем-то, и в этот момент она была со мной, она меня готовила. Вот. То есть она со мной работала. И так получилось, что я успешно прошел экзамены, и меня приняли в академию. Вот. В академии я обучался 8 лет. Вот. 8 лет? Да, 8 лет. Потом так сложилась ситуация, что мне пришлось вернуться в Черкесск. Вы не планировали, да, вернуться? Не совсем. Но у нас достаточно, если профессионально заниматься, это все травмоопасно. Вот. Поэтому как сложится судьба, неизвестно. Вот. Поэтому мне пришлось и забыть, в общем-то, о карьере танцовщика. Вот. А что случилось? У меня накопилось, в общем-то, очень много травм. Спина, я ломал ноги, то есть это все было. Вот. Последний раз я уже уехал из Питера, вот, со сломанной ногой. Вот интересно, Михаил, вот если бы не эти травмы, где бы вы сейчас находились, где бы работали, о чем бы мечтали? Если честно, я никогда особо не видел себя именно танцующим на сцене. То есть у меня не было каких-то прям таких мечтаний, что я где-то буду особенно танцевать. Хотелось, конечно, попробовать себя в современной хореографии за границей. Вот. Поэтому и у нас в России тоже есть очень сильные, интересные коллективы и театры именно современной хореографии. Куда хотели бы вы попасть, да? Да. Например? Я хотел попасть к Эйфману, к Борису Эйфману в Питере, в Санкт-Петербурге. Вот. Но судьба сложилась иначе. Расскажите, пожалуйста, вот о репертуаре ансамбля. Какие новшества вы собираетесь привнести в этот коллектив? Какие планы у вас? Ну, в общем, многие репертуар, многие вообще номера – это еще наследие давних лет. Некоторым номерам и 10, и 15 лет. В общем-то, основной репертуар – это народный танец. Вот, но тем не менее и немалую часть уделяется именно классическому танцу, вот, потому что классический танец, в общем-то, основа, и без него профессионально или даже полупрофессионально танцевать любое направление невозможно. Вот. Есть Кавказ, вот, несколько кавказских номеров. В общем-то, как раз-таки студия тоже старается шагать в ногу со временем, тем более новые образовательные технологии, новые программы. Вот. То есть мы будем стараться это все вводить, чтобы не отставать и держать студию на высоком уровне. В общем, у нас еще в студии с будущего года добавится как обязательный предмет – это кавказский танец. То есть как образование. А сейчас образование. Он не обязательный? Нет, это, смотрите, идет как ансамбль. То есть сейчас у нас в студии 2 раза в неделю идет классический танец, 1 раз народный и ансамбль. Вот. И еще плюс к этому добавится кавказский танец. Вот. А ансамбль – это, в общем-то, совокупность, где мы всех направлений, где мы собираем уже именно танцевальные номера. В общем, идет не педагогическая работа, а именно как педагога-хореографа. То есть, когда мы смотрим, какие хорошие номера, что дети успели освоить, и какие номера, какие направления, то есть дети хотят станцевать, и что мы можем поставить в данный момент. В общем, работа складывается так. А вот проблем с количеством нет, да? Или все-таки привлекаете, что-то делаете для этого? Всегда можно больше, и это, наоборот, даже лучше. Это больше детей, больше педагогов, больше выступлений, вот, больше номеров. Так что мы ждем, надеемся, что студия будет пользоваться спросом и к нам потянутся. В чем, по-вашему, особенность ансамбля «Фантазии»? Есть визитная карточка? Есть, конечно, номера, которые составляют, в общем-то, основу. Но самое главное, что у нас разные направления.
То есть стараемся ставить номера не только в русском плане, не только там или Кавказ. То есть стараемся набирать гораздо больше направлений. То есть где-то это может быть там Украина, Татария, там Грузия. То есть это все вот именно мы не зацикливаемся на одном направлении. А самим участникам что больше нравится? Классическое направление, народное? Это зависит, в общем-то, от ребенка. Потому что некоторые ходят с удовольствием, а некоторым это дается просто тяжелее по природе. Вот. Не все могут заниматься, ну, могут заниматься абсолютно все, но именно в классическом, допустим, направлении это должны быть определенные физические данные, вот, чтобы танцевать. Но у нас практически все дети, у нас идет отбор, в общем, поэтому набираем всех детей, которые способны на это. Ну, ни для кого не секрет, что вот детей приводят родители, да, в эти студии танцев, и изначально многие не хотят заниматься танцами. Как вы привлекаете их, как вы, скажем так, влюбляете в танец? Детей, ну, очень много зависит, в общем-то, от педагога, и первый интерес появляется как раз-таки после первых выступлений. То есть это какие-то поездки, то есть это где-то выступления даже на каких-то маленьких площадках. Потому что тот адреналин, к нему очень быстро привыкаешь. Потом ты без него не можешь. То есть если ребенок втянулся, ему именно ему это понравилось, именно выход на сцену, то есть держать себя на публике, то есть танцевать, ездить на конкурсы, то ребенка уже за уши не оттащишь. А не считаете вы, что вот у нас в республике слишком много студий танцев? Ну, сейчас открываются, если наблюдать со стороны, очень много таких школ, студий. Вы воспринимаете их как конкурентов? Не совсем. Это, наоборот, даже лучше. Вот, потому что чем больше студий, тем выше конкуренция. Чем выше конкуренция, значит, выше уровень. То есть должны стремиться, это наоборот. Так что если будет больше студий, больше конкуренции, я только за. Потому что ты смотришь на уровень, они смотрят на уровень. Если была бы, допустим, только одна студия, то спорный вопрос, в общем-то. Стояли бы на месте, да? В общем, да. Не особо развивались. Михаил, собираетесь ли вы выезжать на какие-либо конкурсы, концерты? Давайте расскажем об этом. Сейчас главное, что у нас запланировано, это отчетный концерт. То есть он будет где-то в начале июня. Вот, как раз-таки памяти Евгении Павловны. Вот, хотим собрать, то есть все ее номера, и будут приглашенные тоже артисты. То есть хотим сделать большой концерт в память о ней. То есть это основная сейчас наша задача и то, над чем мы сейчас работаем. А к чему стремитесь? Где вы хотите показать себя на высшем уровне? Есть такой конкурс в перспективе? Вообще, в общем-то, есть очень много хороших конкурсов. Mm-hmm. Сейчас эта индустрия, в общем-то, сильно развивается, так что все больше становится интересных и качественных конкурсов. В том же Санкт-Петербурге есть очень много интересных конкурсов. Тоже есть отборочный, как чемпионат России по народным танцам. То есть сейчас это развивается все достаточно быстрым темпом. Поэтому конкурсов становится именно престижных все больше. Но, конечно, охота попадать на самые лучшие площадки. Это где-то Москва, конечно, мечта. Это выступить в зале Чайковского. Ну, надеюсь, ваша мечта исполнится. Михаил, вот возвращаясь к отчетному концерту, каждый год, да, вы проводите этот концерт, и для чего вообще? В общем, это идет как отчет о нашей работе. Это показать, что студия существует, как дети работают, как они прогрессируют из года в год. В общем-то, и для детей это всегда огромное событие. То есть основная задача – это все-таки для детей, чтобы они выступили, и выступили именно всей студией. Не так, как отдельно где-то на концерте несколько номеров, а именно вот общий
студийный концерт, вот, именно для детей, чтобы они показали себя на сцене и, в общем-то, чтобы родители видели, как их дети прогрессируют. А вот интересно, Михаил, как хореограф вы какой? Требовательный? Строгий? Не знаю, это, знаете, надо спрашивать не у меня. Это надо спрашивать, в общем-то, у моих учеников. Ну, а вы стараетесь как себя вести? Стараюсь требовать по максимуму. Просто я наблюдаю, что вот практически все хореографы такие строгие со стороны. А вот спрашиваешь потом у учеников, они все так любят своих наставников. Просто даже когда дети сильно привыкают к своим педагогам, вот, и даже когда педагог ругается или делает замечания, они не воспринимают это как грубую форму. То есть они понимают, что педагог хочет, то есть основная задача, чтобы ребенок улучшил себя. То есть и дети это понимают, поэтому и замечания, и строгость они воспринимают адекватно. Им наоборот нравится, когда им больше уделяешь внимания, больше уделяешь времени. Так что даже если ты где-то не похвалил, не поругал, дети обижаются. В общем-то, да, так? Потому что, да, им все равно важно внимание. Вот. Строгость. Но в основном дети даже бывает так, что ты как бы ругаешь, и ребенок понимает, и дети воспринимают, они учатся воспринимать критику. То есть это тоже немаловажно. Угу. Вот. И для них потом это, знаете, как они вливаются в процесс работы, и они даже не замечают. Просто педагог уже где-то ругается, допустим, повышает голос в том случае, когда хочет большего результата. В общем, только в этом случае. Вот. И дети не воспринимают это именно как то, что педагог именно прям ругается на него. То есть немножко другие взаимоотношения идут. То есть это обычный рабочий процесс, вот, к которому дети быстро привыкают. Угу. А вот помимо работы в ансамбле, чем вы еще занимаетесь, увлекаетесь? Много чем. Если честно, с детьми работать очень тяжело. И нужно отвлечься, да? Да, нужно отвлекаться, но не всегда хватает прям много сил, именно моральных. Но меня очень сильно отвлекает от работы именно, ну, живопись, это громко сказано. Живопись. В общем, интересно. Да. В общем-то, какие-то зарисовки, да, делать? Да, в общем-то, зарисовки. То есть я люблю рисовать портрет. То есть вы прям творческий человек. Ну, в какой-то степени, да. Это, знаете, больше так хобби, просто чтобы отвлечься. Получается, да? Ну, так сказать бы, на общее обозрение я бы это не выставил. И как давно этим занимаетесь? Я начал этим заниматься еще в академии. У вас, наверное, своя коллекция уже есть. Можно есть. Выставку провести, не собираетесь? Для родственников провожу. Спасибо большое, Михаил. Было очень интересно с вами побеседовать. Желаю вам только успехов. Спасибо. Наш сегодняшний ликбез мы посвятили двум знаменитым поэтам, которые оставили ярчайший след в отечественной поэзии. Это Керим Хце и Булат Акуджава. 5 мая исполнилось бы 70 лет известному абазинскому поэту, члену Союза писателей СССР и Российской Федерации Кериму Леонидовичу Мхце. Он ушел из жизни 18 лет назад. По сей день Керим Хце остается самым востребованным поэтом среди читающей абазинской публики. За мастерство слога и для обозначения его места в национальной поэзии его называют абазинским Пушкиным, а за мелодичность его стихов назвали также и абазинским Есениным. На стихи Керима Леонидовича написано более 150 песен. Наиболее успешным в этом плане оказался его тандем с Владимиром Чикатуевым, вместе с которым они создали более 80 песен, которые популярны и любимы и по сей день. 9 мая исполнилось бы 95 лет другому российскому поэту, барду, сценаристу и композитору Булату Акуджава. Он является автором около 200 эстрадных песен. Для текстов песен Акуджава выбирал не только собственные стихи, но и сказания из кавказского народного эпоса. Композиции Акуджавы звучат в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал», «Соломенная шляпка», «Приключения Буратино» и многих других.
Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Культурный экспресс». Я надеюсь, вам было интересно. Увидимся ровно через неделю.